Сейчас ждем такси и поедем на пляж Патонг. Точнее, даже не на пляж, а в торговый центр, просто в место, которое называется Патонг. В торговый центр хотим по магазинам пройтись. И потом пойдем на Бангла Роуд. Буду вам тоже все показывать. Алин, это он. Едем сейчас. Вот наше такси приехало. Туда перейдем? Да, давай туда, наверное. Или он развернется сейчас. Посмотрим. Да, он развернется сейчас там. Да. За такую цену. Садись. Hello. Возьми, Алин. Все, едем на торговый центр. Мы по встречке. Сейчас развернемся. Часов 5:30, да, по-моему? 5:30, но уже вообще не жарко. Ехать нам 75 минут. Получается. Не знаю, насколько правда, но похоже на правду. Довольно далеко, больше 20 километров. Джангл Цейлон или Джанг Цейлон, торговый центр. Сейчас пойдем посмотрим какую-нибудь одежду, может быть. Либо покушаем сначала. Ага, тут вот Биг Си есть. И на другой стороне Централ. Здесь тук-туки. Ой, какой слон симпатичный. Круто. Здесь, конечно, такой район. Прям очень много иностранцев, не только русских. И прям ощущаешь, что ты в Таиланде. Потому что у нас такой район, он, ну, такой спокойненький. Так, а что у нас тут? 7-Eleven и, наверное, Big C. Купи 5, получи одну бесплатно. Разные конфетки, какие-то кукурузные, манго. Манго. Так, это у нас сушеный манго. Огромные прям пакеты. Идем наверх, нам нужно найти Rip Curl магазин. Шорты классные. Давай посмотрим, что тут есть. Так, я хотела вообще кепку. Кепку посмотреть. Садика. На развалах вон футболки по 200 бат есть, по 300 бат. Пришли из торгового центра, сейчас идем на ночной рынок. Чебурашка здесь такой. Все, конечно, здесь очень красиво, прям видно, что это центр острова. Очень много различных магазинов, кафе, развлечений, ночных рынков. Тут мороженое, какие-то блинчики разные. Вон я вижу карусели впереди. И, конечно, сразу видно, что вот именно здесь основное скопление людей. Иностранцев очень много, русских уже меньше. Прям вот практически русских и нету, да? Есть, да, но как-то так, не каждый второй. Да, меньше. А мы сейчас должны попасть на рынок Банзан, по-моему, называется. И покушаем там чего-нибудь. И пойдем потом в большой торговый центр. Ходим на рынок.
Ночной рынок называется Банзан. Здесь можно все купить и также покушать. Вон мороженое делают. Так, откуда начнем? Пойдем сюда прям. Все снимают, как мороженое делают. Тут продают, конечно, все. Начиная от блинчиков разных. Дуриан, вот, кстати, надо будет попробовать. Тут поинтереснее. Манго. Спайси манго. Не, я спайси не хочу после вчерашнего. Можно взять роллы. 10 и 15, Али. 10 и 15. Будешь? Я купила картошку, запеченную с сыром и с кукурузой. Она стоит 80 бат. Мы вот так вот сидим сейчас на ступеньках, тут кушаем. Тут, в принципе, все люди так делают. Так как тут просто рынок и нету мест, где можно посидеть. У Алины роллы разные. И у нас еще салат из папайи. Как-то так. Овощи. В основном фрукты здесь продают. Кстати, маленький ананас. Да. Ого, какие огромные. Посмотри, на маракуйю. Не написано. Дуриан продает. И драгон. Джекфрут. Цветочки. Всякие благовония разные. Это хризантема. Бананы. Уже поверить и не могла любить, не могла измерить месяц за окном. Солнце закатывает с тобой. Отпускаю слить, поднимаю себя. Я не могу понять, буду или не буду. Ты в ночных дорог, ты остаешься со мной. Отпускаю их небо. Улетает желтыми листьями наше прошлое лето. С телефонами, купленными письмами отпускают и слезы высыхают на ресницах, но также синие звезды нам с тобой могли присниться. Отпусти, прости, прощай. Плавится душа, как свеча. Развелась по сердцу печаль. Я навеки твой, а ты ничья. Артём, навеки твой, yeah. Не знаю, что купим, не купим, но посмотрим. О, сразу тут большие вот такие листы нори. Классно.
А. Да, это они. Еще даже тут, слушай, там несколько пачек. И смотри, получается, оно 85, посчитай. Вот это что такое? Это с креветками. Это с кальмарами. Это вот ход. И там несколько таких пачечек, да? Да. Классно. Классно, да. Ну вот конфетки разные. Это сосательная, наверное, клубника. Это я не знаю, что за растение. Кукурузные. Манго. Говорили, кстати, что манго вот эти вкусные конфеты. Сосательные? Да. А, нет, это мягкие. Да? Да. Ой, класс. Пойдем фрукты посмотрим. Я еще хочу вино посмотреть. Все вино так хвалят. Отдел соков продают гранатовый сок. Кстати, в Таиланде растет, оказывается, гранат. Даже делают гранатовое вино, я не знала. Цены, я думаю, если переводить вот в рубли, по крайней мере в рубли, не знаю, как доллары, то они получаются, что дороже, чем в России, причем так на порядок. Фрукты получаются, что дороже, чем на рынке. Вот манго, например, 99, а на рынке они можно взять и за 40. Дуриан 400 рублей. Килограмм. Рамбутаны. Не хочешь взять? Это же называется рамбутан, да? Вот змеиный фрукт. Кстати, его нигде не продают. Можно было бы взять. Так, 6 штук, 129. Да, получается, что все, конечно, дороже, чем на рынке. Вот этот фрукт, ребята, который воняет, называется дуриан. Но говорят, что он очень вкусный. Еще не, мы не пробовали. Позже надо будет купить. Дают чипсы кокосовые. 259 бат. Получается, что здесь, 5, да, упаковочек, одна бесплатно. Разные тоже виды. Вот такие вот есть кокосовые, эти по 200. Манго сушеный. 159. Сколько тут стоит молоко? Сейчас посмотрим за литр. 45 бат. Ну, наверное, вот это. А, это 0%. 0,00. Обезжирено. Молоко, ты не помнишь, какое мы брали? Какое-то 20. Какое сырок, не хочешь? Да не знаю. Давай вот это возьмем. Ну, это какая-то фирма хорошая, вот 100% написано. Кокосово, оно не здесь, наверное, будет. Оно будет там, где без холодильника все стоит. А хотя вот миндальное стоит, 38 бат. Сейчас посмотрим йогурты. Разные вот био-йогурты, 58 за 4 штучки. Есть с разными вкусами, авокадо. Клубника. Это папайя, что ли? Папайя, фрукты. Вот 58 за 4 штуки. И продают иностранные сыры, например, вот из Франции. Здесь я из Германии еще видела. Цена, вот, например, маленький бри. 125 грамм. 319. Это, наверное, $12 где-то. Вот сыр с плесенью. Маленький кусочек. 100 грамм. 146 бат. Что еще вам показать? Халуми. Кусочек тоже маленький. 225 грамм. 319 бат. Баночка маскарпоне. 500 грамм. 459 бат. Сок апельсиновый. 1 литр. 92 бата. Черри берри. 92 бата. 92. Так, это что? Это что-то непонятное. Я вот честно не знаю, что это. Grass jelly. А, какая-то желейка из травы. Это алоэ вера напиток. Интересно. Вот еще что-то черное. Ведерки.
тоже джели из травы, желейки разные. Ой, не пробовали мы такое. Макарони 59, да? 150 рублей. Угу. У меня что-то какой-то залежавшийся вид. Да. Мы пришли на Bangla Road. Сейчас вам буду показывать, что здесь происходит. Bangla Road — это самая известная улица на Пхукете, которая славится своими клубами, танцами, шоу различного формата типа 18+. Давайте смотреть, что здесь. Вот по сторонам можно увидеть бары, клубы, кафешки, какие-то концерты, вот дальше музыку слышно. А также вот девушки предлагают пинг-понг шоу 18+ формата. Потому что очень громко. Sugar Club. Вот здесь вот проводится шоу. Зазывал. Мадам Вонг. Короче, тут травой пахнет. Все прям на ходу курят. Травкой пахнет. Кстати, здесь же, ребята, абсолютно легалайз с этого года или даже с прошлого. То есть можно курить спокойно и покупать, соответственно, тоже все официально.
Джексона, вон впереди Джокер. Непонятно, живой или нет. Днем это улица проезжая. Ее перекрывают в 6 часов вечера, делают пешеходной. Мужчин зазывают. Решили отдохнуть. Очень жарко, хотя уже 11 ночи. Предлагают нам сигареты электронные. Ой, вообще, конечно, классно. Здесь как будто на Патонге совсем другая жизнь. Столько людей. Просто неимоверно, как будто это какая-то столица или густонаселенный город. Мы хотим еще сейчас прогуляться на Бангле и найти мороженое поесть. И поедем уже домой.